Сегодня будем делать датчик угла поворота, это Subaru. Значит, меняли шлейф, отключали аккумулятор, и датчик встал в аварийный режим, не адаптируется. Сейчас мы будем его вскрывать, выпаять оттуда микросхему 93C66 и обнулять датчик для последующей адаптации. Для этого берем отверточку и сначала выкручиваем боковой болтик. Теперь подцепляем сначала вот здесь. Теперь подцепляем вот эту. Вот она открылась чуть-чуть. Теперь с этой стороны здесь тоже стоит защелочка, которую нужно немножечко убрать. Все, открывается сразу же щель. Вот эту часть верхнюю, где надпись у нас. Вот. Эта верхняя часть снимается, коробочка, но не наоборот. Для того, чтобы у нас шестеренки не перепутались. Вот. Здесь должно все стоять, чтобы шестеренки не смогли сбиться. Итак, теперь вытаскиваем плату. Плата сидит на разъеме. Вот она. Вот разъем. Нас интересует микросхема 93C66. То есть вот она стоит в маленьком корпусе. Сейчас будем ее отпаивать и программировать. Вставляем нашу плату в тисочки, аккуратно разъемчик зажимаем. Вот. Сначала нагреем, счистим с нее лак. Все, микросхему выдержали. Сейчас мы ее отпаяем. Все, микросхема у нас отпаяна. Готовлю вам площадочку для последующей пайки. Также обязательно поверхность отмываем от флюса и лака. И подготавливаем флюс для пайки. Все, программатор. Обязательная зачистка для уверенного чтения и записи в программаторе. Поскольку микросхема маленькая, мы берем специальный переходник вот такого плана под такой тип микросхем и вставляем ее.
Вот чип мы прочитали. В общем-то, мы имеем дамп с нового блока. У нас вот он есть. Значит, давайте посмотрим, что у нас там в родном дампе. Сейчас сравним. Так, это наш первый дамп. Так, а вот второй. Смотрим, да, различий очень много. Вот весь низ у нас пустой, это на хорошем дампе. Весь низ у нас не заполнен, то есть это данные как раз адаптации. Итак, берем дамп, который был считан ранее с новой машины, вернее с нового блока. И прямо заливаем его весь сюда. Все готово. Теперь микросхему запаиваем назад, собираем модуль SAS и отдаем.